перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Мы возвращаемся, мы вернулись. Мы ждем наших зрителей, всех тех, кому в единственный, пожалуй, единственный, возможно, выходной неделе нехрен делать. И вы решили присоединиться к нашему бредэфиру в программе «Говори, говори». Ну почему же ты молчишь, где мы выходим в эфир с одним из зрителей нашего эфира, которого мы играем случайно. Так. Толясик, Одесса, приветствую, брат. Одесса, вау. О, ну что, я вижу моего братка здесь. И встану, манег. Так, сейчас. Да как же его выбрать, а? О, есть. Есть. I call you. My name. I call you. What's happening, G? Like, what's up? You got that morning creep walk, yeah, G? It's crazy, baby. I see you. It's part life, baby. Yeah, boy. А тебе кто-то говорил, Михалыч, у тебя оранжевое к лицу? Лицо? Оранжевое к лицу, слышишь? Бро, ты эту фишку спер у меня. Какую? Когда первый раз тебя увидели в купальнике в оранжевом, тебе казалось, что... Мне сказали, что я очень симпатичен. Мне еще говорили, что у меня брови красивые. Я смотрел сегодня. А ты скажи честно, делаешь коррекцию бровей? Да. Чем? У меня после бывшей бровист такой хороший остался. Слышишь, фишка, что... Я делаю коррекцию бровей, пол-литра водки выпиваю, у меня брови так делаются. А, как тебе моя штука? Да. Супер? Не, ну, я всегда знал, что юморить это не твой конек, понял? Рэп тоже. А? Ну, рэп тоже не мой конек. Ну да, поэтому ты рэп начал... Рэп твой конек, и юмор тоже твой конек. Все знают, что я твой гострайтер, слышишь? Я твой гострайтер. Что за окном? Покажи. Ты же дома сейчас? Не, я в Одессе. У меня вчера концерт был. Завидую. Погодка вообще шептунья, да? Ну такое. Вчера было повеселее. Вчера солнышко было. Такая движуха. Скажи, ты малыша какого-то приглашал к себе, нет? Да, с Петляла подружали. Они какие-то... Люблю Одесси, так они на все согласны, но они рано утром убегают, понял? Ничего не стырило? Не, с этим не. А не, я просыпаюсь перед порядочность, тем, как... Порядочность твою не стырило, не? Не. Это, правда, короче, на чай мне оставили, понял, молдавских денег. Такая вообще. Говорят, молодцы. Малой, ты был хороший, так полтишок мне ебало. Тебе? Да. Да? Много нахватал, нет, полтишков? Конечно. Смотри, ну что, как скажи всем людям, у меня есть такая же книга на столе. Я знаю. Скажи, пожалуйста, ну как проходят вообще твои концерты? Насколько это по 100-бальной системе скучный бред? Ну, ты знаешь, что я хочу сказать.
Я ж понял, я выступаю как Шура, в 2 часа ночи выхожу. В смысле, тебе с выбитыми зубами? Не, понял, я из тех рэперов, которые, понял, выходят в 2 часа ночи и качают ценный народ, понял, как я вижу. Старик, я так делал в молодости, братан. Ну, все ж мы с чего-то начинаешь. Смотри, я вот на газе дисков купил, слышишь? Купил? Ну да, купил. Ты ж ростовский еврей, ничего не подгонишь, понял? Пришлось купить, короче. Ты что-то же шкур надергал, у меня столько что. Пальто. Видишь? Пуховик. Вот это мой, сильнее. Вот это мой самый любимый. Вот это самый любимый, понял? Да. Фуг отцап. Назад, видишь, как читает? Фуг отцап. Фуг отцап. Да, вот так вот. Это. Ну как тебе, расскажи, Дуслав, как тебе Версус вообще? Ну, я на самом деле ожидал, что будет дичь. По-моему, но... это самая дикая дичь, мэн. Меня больше всего порадовало. Меня больше всего порадовало это дикий-дикий Сэнго. Дикий-дикий Сэнго! Бля, это жалкий подражатель, да, ты видел, да, которого я сделал шутку, он и превратил ее в жизнь, да? Ну, слушай, не первый раз на твоем юморе карьеру делает, Михалыч. Because he is a pussy crater. Злой негр меня еще порадовал. Да, да. Такой он вообще. Хороший. Гарь. Хороший. Слышь, да? Как ты думаешь, как на сленге было бы дичь? Wild, wild bird. Можно так сказать или нет? Не-не-не, я не... Дичь. Я не знаю. Ну, как ты думаешь, дичь? Я не знаю. Ну, придумай, ты можешь хотя бы обмануть. Знаешь, что вообще никто не понимает толком по-английски. Наверное, не знаю. Наверное, как-то... А дикий как будет? Дикий как будет по-английски? Wild, wild, wild. What is your wild, wild beach? Bird. Wild, wild beach. Не, ну может или нет? Или это звучит не очень wild, wild bird? Или дичь это неустойчивое не... какое-то? Wild Wild Bird это про птаху, понял? Блин, я представляю, как будет неловко всем после того, как они посмотрят Versus. Были моменты, когда ты хотел сказать, включите мне душ, я хочу смыть с себя эту грязь? Ну не знаю, мне первый батл больше понравился. Да первый убийца, нет, я же говорю просто. Вообще. Рамирес там именно размотал. Да, скажи он, вообще, да? Он как вот этот панч про папу сказал, я чуть не подавился водой. Не спойлери, ты чё? Тебя Рес не позовет никогда больше. Так не, ну... А я и больше не планировал туда идти, в смысле. Ты чё, гонишь? Не. Смотри, когда нам нужен хайп, мы все идем на Верс. Не, ну в смысле, конечно. Люди ж пишут, типа, вот, бля, пришли, типы, хайпануть, понял. Конечно. А для чего еще? Поразвлекать. Ты видел, как мне было весело? Ты видел, как я счастлив был, как в детстве? Это напомнило мне ростовский хип-хоп-туз. Да. Только поэтому я ожидал, что будет какая-то драка в конце, как на всех хип-хоп-тузах в Ростове. Не, ну если бы был бы махач, было эпично, на самом деле. Ну скажи, вот в конце такая резуха начинается, прям он смотрит. Я представляю, гуф. Он такой стоит, смотрит на торт, на птаху. На торт, на птаху. На торт, на птаху. Вспоминает Китай, да. Да, и музыка такая. И начинается просто рубило. И гуф налетает на торт и начинает просто его хавать. Представляешь? А группа поддержки кричит, съешь свою могилу, съешь! Съешь! Прикинь, вот это было весело, старик. Не, чтобы они кричали «Гу, жив!» было бы нормально. Как? «Гу, жив!» Вот это меня убивало. Этот индюшачий хор. Нормально. Слушай, я такой понял, ты постоял минуты 4, понял, что Дилан не будет, сел в гелик и уехал, да? Брат, папочка делает так всегда. Да? Не, ну у тебя pull-up game strong as fuck всегда было, понял? Как оно вообще? Все нормально? Он Майк сидит, смотри, рядом здесь. Майк, братик, привет! Да, поговори, Миш.
Ты только на прическу не смотри, он просто после тренировки. ЦСКА чемпион. Как дела? Братик, ты выздоровел там, слышишь? Да, да. Я рад. Болел что-то. Вот так я вот. Тебя не застал. Я помню, не застал. Я 18-го приеду, братик. Давай. А ты что там, обнажен? По пояс? Да, да. Вы без грязи, ты ваши. Ну, я так прячу, я знаю, ты такое не любишь. Ну, давай. Все, отдаю телефон, Вася. Давай. Сегодня моя шутка. Хочешь про Мишину прическу? Что у него прическа, как у солиста группы Расмус? Я просто... In the shadow, да, вот это вот. Да. Я, конечно, я просто охренел. Захожу сегодня, а у нас концерт был в 10 утра. У кого? 10, Вася, утра. У Миши в 10 утра был концерт? У меня в 10. Это а ты что? Явно... Да. Это что там, «Голос дети» был концерт? Не-не-не. Не, брат, концерт просто. Ну, а сам не, ну... произошло в 10 утра, старик. Я выхожу. Все, кто здесь, все, кто с нами, пусть это место превратится в паре. Доброе утро. Бля, хороший парень, да? Все, кто здесь, да. Все, кто с нами, пусть это место превратится в паре. Паре! Слушай, ну я это... Я парень, это... я говорю, не парень, я девчонка. Я говорю, где твоя девчонка, девчонка? Это как, знаешь, у моего друга Шлема есть рубрика «Рэперы, продается рифма». Понял? Кого? Рэперы, он такой снимает инстасторию и говорит «Рэперы, продается рифма». Понял? Блин, старик, я это сделаю постоянно. Да? Ну давай. Стой, и он, короче, «Рэперы, продается рифма». Если тяжело, то терпи же, ты же лох. Я видел тебя, видел. Да. А я знаю, ты всегда 130 лайки не ставишь. Я? Хуя? Поймался, поймался. Видишь, какой разрываю юмор просто. Да нет. Он уже приближается к финалу 4 километр. А ты по 4 в день ходишь? Не, я по 6 хожу, я бегаю просто. Ну да. Ну, первые три я прохожу. Это ты всем намекаешь, что Баста 6 скоро выйдет, да? Баста 6 не будет, невозможно такого слова. Баста 6. Не, ну-ка, не, это ж не помаш. Баста 40, брат. Я думаю сделать Баста 7. И просто все скажут, а где Баста 6? А хейтеры скажут, да это такие альбомы, которые проходят мимо, никто не замечает. Ну, а что, я как бы туда. Баста 7. Просто Баста 6 будет звучать не очень. Да, Баста 7 нормально. Еще, наверное, вместо Т7 будет, да? Кстати, я вот об этом не думал. А у меня так было... А, нет, да, кстати, не было еще 7, да. Не, можно вместо Г 7. Когда ты себе выходной сделаешь, слышишь? У меня выходной сегодня. Всего... Ой, бля, что, я лечу в Москву. Да? А, ты это, подъезд мне мозги хочешь приехать? Ну, не могу ж тебя словить. Ты вот тогда, во второй день такой вышел, просто сказал привет и пошел. Ну, такой, я свирепый просто. Ну, о, я налёгкий такой. Мне нравится, как ты тогда вышел, такой, здорово, лечи. Не, вот там твои были лукопесы эти все. А я всегда говорю, Тони, увидишь Михалыча, говори всеобщий привет, понял? Нет, слышишь, у тебя этот, как зовут этого твоего худого пацка? Митя, это мой Митя, понял? Да? У которого на пальме у тебя спит в поезде. Ваня. Ваньки? Да. Бля, он фирма, он лучок вообще, брат, конечно. Не, сидит. Конечно, чтоб он был ни о чем, ну, ты знаешь. Чистый Чиполлино, брат, вообще. Он чисто. Его когда бабы раздевают, они плачут 100%. А он же по мамкам, понял? Кто? Он по мамкам, ну, типа, не меньше 33. Милфурики, да? Да, милфарик еще тот. Вообще. Он такой специалист, да, по машинам с пробегом, да, он все-таки? Такой. Ну, расскажи, самая вопиющая история о нем, расскажи. Понял? Археолог. Расскажи самая вопиющая история о нем.
О, у него ж погоняло ювелир. Знаешь, почему у него погоняло ювелир? Нет. Короче, мы, прикинь, как-то едем на машине. Он, когда садится в туалет, срёт себе штанину. Не-не-не-не-не, не перебивай. Не попадай, хорошо, извини. Мы, короче, едем в машину. В машину. Едем. Ты в шоке, значит, я был прав. Значит, я был прав. Поэтому я вел, да? И там, короче, прикинь, ну реально вот такая вот щель. А мы опаздывали, и мы тупо, прикинь, вот так вот, фух, ее пролетаем. И я говорю, Ваня, ты что, ты ювелир? И после этого приелось. А это потом я уже понял, что он мамок любит. Помнишь, было раньше видео, Саша, ну ты ювелир? Не видел? Конечно. Конечно. Ну, и вот так вот пошло-поехало. Только у него тогда должно быть полное имя, шоты, ювелир. Да. Шот, понял, как шот? Шоты. Это знаешь, как, в улице, в Киеве есть улица Камшота Руставели? Ты говоришь про Саакашвили? Да, тоже, кстати, приходил вчера ко мне на концерт. Да? Да. Ну и что? Там нормально, там все турки вчера были. А я выступал, короче, ну, в ночном клубе, где турков дохуя, понял? Как? Я стою что-то базарю, понял, потом давай что-то им на английском насыпать, понял, ну, чтобы вы тоже поняли, ребята, короче, так говорили, арам. Ну, а ты когда выпустишь свой альбом англоязычный? Все ждут. Да не, ну, типа не. Бля, я сейчас пух у тебя накинул, а ты меня просто срезал, да? Ну, скажи, слушай, пусть он лежит в столу и ждет. Не, ты же знаешь, у меня был хороший учитель по поводу того, как сбрить. Какой-то черный на этих, на хлопковых плантациях? Да, ну почти. Хорошее выражение, стричь пух, да? Стричь пуп или пух? Пух. Пух. Пусть развяжется твой пуп, Винни-Пух, ты должен стричь пух. Это панч. Да я осторожно, я просто сейчас иду, я наконец сейчас дойду до тебя. Я уже вижу твою оранжевую шапку. Слушай, а что ты не говоришь, что ты по морю идешь? Что, брат? Братан, я просто по воде хожу. Хожу по воде? Братан, до такого, как ты, буйка хрен дойдешь. Всю воду на себя стягиваешь просто. Я могу подокатиться, понял? Нет, ты можешь просто лечь на спину и плыть. И будешь кричать сам себе, подбавим каску! Да, и подпольное погоняло у меня будет катамаран, да? Ты в Америку собираешься, нет? Ну, сейчас концерты все там, понял, тебе на концерт 3 дня подряд схожу. Да, что-то ты уже подостал, хочется за тобой заскучиться, старик. Серьезно? Нет, конечно. Ты меня так раз в 3 месяца видишь. Как, мы сейчас с тобой уже говорим почти 40 минут. Ну, ничего страшного, ну, видишь, где-то мы с тобой пообщаемся, а то ты вечно занят. А что ты сейчас будешь делать-то в Одессе? Не знаю, я сейчас встречусь с близкими. Тут есть такое заведение, шкипер. Мы хотим поехать креветок похавать. Креветок? Шримс? Да. И я уже утром, после 12 у меня там поезд в 5 утра будет, интерсити. Это как типа... А, ты еще день висишь в Одессе, да? Ну да. А в Киев потом приезжаю снова. А, в Киев, еще в Киев выступаю у друга на вечеринке. Круто. Я 18-го в Москву приеду снова. Да это не интересно никому. Да? Это никому не интересно. Черт. Что ты в Москву приедешь? Я думал, ты заценишь, слушай. Все, давай. А ты что, какие планы у тебя, Михайлович? Ну еще идти мне 700 метров. Ну давай, иди их без меня, слышишь? Давай. Все. Обнял тебя. Давай. Не утони там. Так. Мы продолжаем наш путь и шествие.
Митяй, ты что, охренел? Я тебе звоню, ты сбросил меня, что ли? Ах ты. Ну, хорошо. Соединение.